Всем привет! В последнее время, впервые за очень долгие годы, за последние реально больше 3 лет, мне пришлось снова обратиться в различные чешские государственные инстанции. Мне нужно было собирать документы. И я в очередной раз поразилась, насколько просто здесь все легко, все потрясающе, насколько человечные люди везде и как обо всем можно договориться. Все справки абсолютно государственные делаются 30 дней. И мы 30 дней ждать просто никак не могли. Мы везде, где ездили, просто сразу шли к главным, как мы делали это и когда получали ПМЖ. И просто объясняли ситуацию, что нам нужно быстрее все. И это невероятно, но нам все справки сделали в течение 2-3 дней. Просто от того, что мы пришли по-человечески, объяснили ситуацию и попросили. Как здорово, когда просто все решается, все легко, все просто, все без проблем, все люди и все понимают. Ну что же, сегодня потеплело просто невероятно, где-то плюс 8, плюс 10, вообще просто здорово, потрясающе, классно. Я на йоге была сегодня, очень здорово, как всегда, прекрасно себя чувствую. На живот сегодня делали много упражнений, так прямо немножко мышцы живота болят. У меня живот не очень тренированный. Раньше был тренированный, а потом бросила заниматься. Были проблемы со спиной, боялась сама себя навредить. В итоге под профессиональным взглядом теперь делаю очень здорово вообще. Все, едет мой трамвай. Высоко сижу, далеко гляжу. Лес. Возле супермаркета на крыше такой садик, ягодки, там детская площадка, уютненькое местечко такое. Красивое, прекрасивое, красивое небо. Ой, закат, я не могу налюбоваться просто. Обалдеть. Разрешается так зеркальное здание.